Бердск получил машину для обслуживания пожилых людей и инвалидов. Автомобиль передан на баланс комплексного центра социального обслуживания населения. Как говорят специалисты центра, это стало настоящим подарком к Новому году. Подробности в нашем сюжете. Машина предназначена для перевозки маломобильных людей, инвалидов и пожилых, состоящих на учете в комплексном центре социального обслуживания населения. Такой автотранспорт как раз пришелся кстати, говорят специалисты. С января там открывается дневное отделение. Вот бабушки, особенно старенькие уже, которые сидят дома, и как раз они и будут вот этими машинами доставляться туда в отделение. И с ними будут работать психолог, будет работать реабилитолог, физкультурник. Подсветка, выдвигающаяся подножка, подъемник. Машина оснащена всем необходимым оборудованием. Комфортно работать на ней и водителям. Машина идет очень мягко, очень хорошая машина, теплая машина, удобная во всем. Панель очень хорошая, электрические подъемники. Зеркала с подогревом. Автомобиль будет находиться на балансе комплексного центра социального обслуживания населения города Бердска. Сама система заявок и предоставления автомобиля будет размещена на сайте, как на администрации, так и в комплексном центре социального обслуживания населения. Кроме обслуживания клиентов дневного отделения, машина будет задействована в работе мобильной бригады.